Разобщение детских и трудовых коллективов в период новогодних выходных позволило сократить в республике показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но эпидемиологический порог в МРИЭЛ по-прежнему превышен. Так, за первую декаду года зарегистрировано более 2500 случаев сезонных вирусных инфекций, в том числе гриппа. Кто в группе риска и какие меры профилактики работают, об этом нам рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Группы риска – это дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Те, кто осенью сделал прививку от гриппа, меньше всего подвержены опасному вирусу. В этом сезоне, в отличие от прошлого, когда гриппа вовсе не было зарегистрировано, в республике уже выявлены десятки случаев. За первую неделю текущего года зарегистрировано 49 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А, H3N2. Все случаи среди непривитых, 13 случаев среди детей и 36 случаев среди взрослых. Следует отметить, что в нынешнем эпидсезоне продолжает циркулировать в основном грипп А, H3N2, который выявлен уже у 156 человек, и у одного взрослого выявлен грипп Б. Выявление гриппа среди прочих респираторных вирусных инфекций во многом определяется массовым тестированием заболевших. В условиях пандемии коронавируса и сезонного всплеска заболеваемости задача номер один – исключить или определить на ранней стадии опасные вирусы, к которым относят ковид и грипп, и не допустить их распространения. По результатам еженедельного лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и респираторных вирусов среди заболевших ОРВИ, кроме вирусов гриппа, как я уже сказала, А, H3N2, в 5% выделены аденовирусы, в 15% РС-вирусы. Из числа заболевших гриппом 8 человек привиты против данной инфекции, это 3 детей и 5 взрослых. Однако болезнь у них протекала без осложнений. А вот чем может обернуться грипп непривитым жителям – большой вопрос. Например, по словам специалистов, в миксе с коронавирусом он поражает дыхательную систему и, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания. На 10 января за счет средств федерального бюджета привито у нас 205 207 человек, из них 97 897 детей. Это 99,9 от плана. Осталось остаток 103 дозы, это на сегодня, завтра их не будет. И 107 310 взрослых. Это 33,7 от плана. Организована вакцинация взрослого населения за счет иных источников. Привито за счет средств работодателя 3093 взрослых человека. Таким образом, в республике у нас вакцинировано всего против гриппа 208 300 человек, что составляет 50% от плана. Высокая вероятность заразиться гриппом или даже одновременно двумя вирусами у тех, кто не вакцинирован и пренебрегает защитными масками в общественных местах. В региональном Роспотребнадзоре предупреждают: наиболее опасны очереди перед кассами, торговые центры, общественный транспорт. А вот своевременная вакцинация и ревакцинация, соблюдение социальной дистанции, регулярное мытье рук, напротив, может снизить риск заражения до минимальных значений.